До главного легкоатлетического старта года осталось несколько дней. На церемонии открытия командного чемпионата Европы жителей и гостей столицы Чувашии ждет немало сюрпризов. Одним из них станет масштабное театрализованное представление. Наша съемочная группа побывала на репетиции. Праздник сильных и спортивных духом тоже должен быть ярким и динамичным. Танцы, сложные акробатические номера – все это смогут увидеть тысячи людей, которые посетят церемонию открытия командного чемпионата. Делиться энергией и праздничным настроением с горожанами будут более 300 ребят всех возрастов – участники постановки. Готовиться к этому важному мероприятию начали несколько месяцев назад. Творческие коллективы, волонтеры и спортсмены проходили строгий отбор. Отбор есть везде. Просто мы, наверное, действительно лучший раз выбрали нас. Тренировки жесткие, эмоций на самом деле много, потому что мероприятие действительно масштабное. Нам очень приятно то, что мы являемся частичкой данного мероприятия. Мы обязательно попытаемся оправдать все ожидания и выложиться на сцене просто на 100%. Последние две недели оказались самыми сложными, ведь было необходимо собрать все в единое целое. Специально для организации церемонии открытия в столице Чувашии пригласили заслуженную артистку России Людмилу Байкову. Она уже поставила множество различных театрализованных представлений по всей стране. Но концепция чебоксарской постановки особенная. Да здравствует молодежь! Вперед, молодежь! Мы за мир, за дружбу, за счастье. Чтобы у всех было все здорово. Мы оптимистичная страна, у нас классные ребята, классная молодежь. И мы должны это поддерживать и показывать всему миру. Сейчас ребята репетируют в режиме нон-стоп, ведь перед ними лежит непростая задача – передать всему миру ощущение праздника и величие спорта. Татьяна Леонтьева, Александр Петров, Республика.